На территории училища ВДВ проводятся учебно-тренировочные сборы команд воздушно-десантных войск. Также присутствуют и спортсмены сборной ЦСКА. Идет подготовка к чемпионату вооруженных сил по боксу, который будет проходить на этой же площадке с 27 по 31 июля. Чемпионат вооруженных сил проводится на призы олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Александра Лебедяка. Вот. Турнир этот проводится под таким названием второй раз в Рязани. Вообще Рязань проводит уже чемпионаты вооруженных сил уже шестой раз. Но на призы олимпийского чемпиона нашего Лебедяка, то есть второй раз мы проводим. Бойцы, выигравшие этот турнир, завоюют путевку на чемпионат России. В прошлом году в чемпионате приняли участие 105 человек. Сейчас количество спортсменов возросло. Заявки подали 150 боксеров. Все они имеют непосредственное отношение к воздушно-десантным войскам. Чемпионат набирает популярность, набирает силу. Практически все хотят участвовать в этом турнире. Ну и, соответственно, идет возрождение бокса, будем так говорить, вооруженных сил. Это участники со всей России съезжаются. Это идет отбор сильнейших боксеров от видов, родов, войск. Поэтому здесь будут участвовать сильнейшие боксеры вооруженных сил. Сейчас спортсмены интенсивно готовятся к чемпионату. Так сказать, доходят до спортивного пика. И в этом им помогает целая команда тренеров. Все настроены, что победить. Это же лицензии. Тут же два в одном. Это, во-первых, на призы олимпийского чемпиона, где присваивается мастер спорта России. И второе, что он получает путевку, лицензию на чемпионат России. И там уже будет уже, как говорится, дальнейшая его карьера. Бокс – спорт настоящих мужчин. А соревнования по боксу среди представителей вооруженных сил – это двойная отвага. Так что пожелаем спортсменам удачи.